Я несу подарки каждому из вас. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте! Какие молодцы! А я вот хочу еще поздороваться с вами отдельно, персонально познакомиться. Здравствуйте, мальчики! Громко все мальчики! Здравствуйте! О, молодец! Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, милые! Здравствуйте, зайчики! Здравствуйте, мамы! Здравствуйте! Здравствуйте, папы!
Ни одного папы нет. Ну, папа, здравствуйте. Ну-ну. Нету папы. Ну, что вы делаете? Хорошо. Здравствуйте все. Поздоровайтесь с нами. Здравствуйте, взрослые. Есть взрослые? Да. Здравствуйте, дети. Дети, здравствуйте. Все быстро. Все, кто живет на огромной планете. Сними куртку. Ну вот теперь мы с вами и познакомились, и поздоровались, да? А меня вы узнали? Дед Мороз, я настоящий. Из глухой дремучей чащи. Где стоят в сугробах ели, где бураны, где метели, где леса дремучие и снега сыпучие. И вот от самого края земли я вам принес поздравления свои. Я вас, дети, поздравляю, счастья всей душой желаю. Чтоб росли вы и умнели, веселились, песни пели. Чтоб всегда звенел ваш смех. С Новым годом вас и всех-всех-всех поздравляет Дед Мороз. Спасибо. Ой, пожалуйста, пожалуйста. Ну что ж, ребята, для нас ничего нет интересней, чем в такой вот день чудесный, зимней праздничной порой, повстречаться с детворой. Для начала осмотритесь по сторонам, осмотритесь по сторонам. И друг другу улыбнитесь. А ну улыбнитесь соседу слева, соседу справа улыбнитесь. Ой, все умеют улыбаться. Все приветливы на диво. Все нарядны, все красивы. Только есть наряднее всех. Это правда, а не смех. Красавица зеленая, из леса привезенная. Ароматно и душисто, и ветвисто, и пушисто. А на ней игрушек столько. Всех наряднее это елочка. Да, это наша елочка. Ну а чтобы мы начали наш праздник, да, нам нужно, чтобы наша елочка засверкала сотнями огней, да? Тогда нужно что? У нас тоже елочка. Хорошо, молодец. Вот у всех елочки, да. И сейчас давайте все вместе дружно скажем очень такие слова, которые Дед Мороз вам скажет. И тогда елочка наша обязательно засверкает, да? Повторите за Дедом Морозом. Давайте все вместе говорить. Раз, два, три. Четыре не надо. Четыре не надо. Три. Потом. Ярче утренней зари наша елочка горит. Это репетиция. Это репетиция, тренировка была. Все запомнили. Утренней зари наша елочка. О, посмотрите, она уже и горит. Аплодисменты нашей елочке. Аплодисменты. Какая красивая елочка, да? Красивая елочка? Да. Ребята, а вы знаете, какие игрушки бывают на елке? Я вот сейчас проверю вас всех. Я буду называть, а вы будете говорить, бывает или не бывает, да? Знаете, серные хлопушки, которые стреляют, их иногда вешают на елке. Бывают? Бывают. Говорите, бывают? Бывают. Стеклянные игрушки бывают? Бывают. Рваные подушки бывают? Нет. Ни у кого не бывает. Ты смотри, ни у кого нет рваных подушек на елке. Молодцы. Картонные избушки такие делают. Не бывают. Стеклянные зверушки бывают? Бывают. А старые кадушки такие большие делают. Бочки бывают? Бочки бывают? Не бывают. Бумажные игрушки бывают? Бывают. Бывают. Не встретим. Он и летом не придет. Но зимой к нашим детям он приходит каждый год. Он добрый, он исполнит. Свой оброс. Красноносый, краснощекий, ваш любимый? Это я, молодцы. Все меня узнали и знают, да? Молодцы, ребята. Ну что, деткам ручки заморозь. Спрятали ручки. Молодцы. Мороз, мороз, деткам, щечки заморозь. Щечки, кто не спрятал щечки? А, вот не спрятали щечки. Так, хорошо, хорошо. Мороз, мороз, деткам, ушки заморозь. Ушки. Посмотри, какие ловкие все. Не успевает Дед Мороз никак.
А ну, мороз, мороз, детка, мой носик замороз. И где на ворота сразу? Ой, молодцы, Сдается Дед Мороз, сдается, все. Ребята победили. Соберите теперь снежки все. Соберите, чтобы у нас воды здесь не было. Соберите все туда. Все туда снежки. Так. Давай, все за ручки взяли? Все взяли за ручки. А теперь вот такая вот игра. И называется «Не выпущу». Дед Мороз вот попал в капкан, по-моему, сюда, да? В плен. И сейчас вы вот так ручки как держите, да? Дед Мороз не может выйти. А потом опустите ручки. Вот сейчас вы будете команды мои выполнять. Допустим, попрыгать, как зайчики. И ручки опустили, все опустили, опустили. А Дед Мороз постарается вырваться. А вы сразу раз за ручки будете брать друг друга, да? Чтобы я не выскочил. Да. Так, опустили. Попрыгали, как зайчики, попрыгали. Так, а я... Смотри, как они быстро. Ладно. Посмотри, какие они шустрые ребята. Ну, я даже не знаю. Я даже не знаю. Так, а теперь... Самое главное, никакого сценария не было. Теперь, ну, как весище теперь. Так, а вот... Так, ты садишься. Что, где ж моя рукавичка? А ну, она надела. Кто у меня за рукавичку? А ну, я сейчас догоню рукавичку. А ну, я... Спасибо, спасибо. Это ты. Ну а теперь Дед Мороз за то, чтобы со мной так весело играли. Дед Мороз молодец, похлопай. Ой, молодец, ребята. А я просто сам тут в забор влезу. Вот это да. Ну что ж, несчастный забор. Максюша, который ты сегодня рассказывал? Ну, начало. Максюша, здравствуй, здравствуй, Новый год. Здравствуй, здравствуй, Новый год. Здравствуй, здравствуй, Новый год. Рассказывай. Здравствуй, здравствуй, Новый год. Каждый тебя с нетерпением ждет. Счастья всем людям. Мир всем народам. Всех поздравляем. Новый год. А говорит, не знаю. Чудесно, чудесно. И тебе мой портрет на память. Мама, вот, мам, да. Мам. Иди ко мне. Опять пришла зима и несла потолки, вьюги да поземки. Холода сугроб стоит. Молодец. Молодец. Главное, ты правду сказала. Вот, вот. Что ты знаешь? Он мне сколько салапа рассказать? Ну подскажи, Миша. Миша. Горит огнями елочка. А, горит огнями елочка. Горит огнями елочка, по ней деньги. Колючая иголочка, как будто белый. Молодец! Есть сумочку, Катя. На елочке сегодня в елком поте на погоне. Вот так. Ага, на я только хотела сказать. Тонкой ножки чудо елочка встает. Эта елка непростая, и она не для ребят. Возле елки умолкает. Тихо, тихо, все крылком. Спят зверушки, сладкие усы, лишь снегу.
Тихонечко снежком елки украшает. Молодец. Пришла на сама, вызывай с собой дедуся с полутой. Дову, хмастую, белую, серебрятую. Дедуся в воду звонил. Не мали мужа, брата, постишку гуляют. Диток добавляют. На праздник Новогодний будет с мамой танцевать, все подарки раздавать. А приходит Новый год, в небе звездочка блеснет, стужа форточку дохнет, колыбельную споет, ты заснешь, а он придет. Хорошо, еще кто следующий? Так. Дениска. Так. Подожди, подержи, у тебя все видели. Вот туда. Нас на праздник понес. Ну, хорошо, уже хорошо. Аплодисменты. Аплодисменты. Хорошая стихотворение. Сам сочинил? Молодец. Еще родилась елочка, еще она росла. Зимой, летом, стройная, зеленая была. Метели, пели песенку. Ты, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутила, смотри. Ну, молодец! Сывонька, стрибнем кожушку. Ты кругом насыпала белому снежку. Принесла ты радости нашей детворе. Детка появилась в кожному дворе. Молодец! Он залез не маленький. Говорят. Говорят, он молодой, а залез как маленький. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Трусишка зайка серенький под елочкой скакал. Порой волк сердитый с рысою пробегал. Молодец, с рысою пробегал. Ой, умнички. А сейчас дед с вами поиграет. Так. Вот где Деда Мороза подойти. Мам! Деда с пушки стреляли, он летал так на ядра. И вот сейчас вы полетаете, держи, вот первый будет лететь. Так, второй будет лететь, и ты третий, иди, пока будете втроем. Все остальные сидят. Вот еще. А еще четвертый есть, ну ведь давай четвертый. Еще сидят, вот сюда все подойти нужно. И назад, на этих вот так вот, да? Ну, там тоже сюда, садитесь на них. Только вот так, между ножек, о, все. Три, четыре, побежали, побежали, побежали. И назад, и назад, и назад. Еще раз туда, назад. Ой, мало, как они летают на ядра. Хорошо, спасибо. Миша, 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 я не потерял. Еще раз, еще раз, еще раз. Миша, Миша, молодцы. Все, да? Ну, кто хочет, ты хотел еще, да, полетели? Вот так. Как барон Мюнхгаузен, молодцы. Молодцы. Ну что ж, умнички, все, шарики давайте сюда. Молодцы, молодцы. А сейчас мы примерим папахи. Мы же на Украине живем. Сними с рука свою шапочку. Вот так. А ну давайте повернитесь туда лицом. Туда а какой казак, сейчас посмотрим. Сейчас. Главное, чтобы не была маленькая папаха. Вот это будет самый раз. А ну повернись. О, аккуратно. Это хорошая, не маленькая, не? Так, а тебе? А ну тебе становится. Так. О, тоже нормально. О, главное, что не маленькая, да? Хорошо. Ой, давай, налезет на голову. Ой. Все, теперь стали вот здесь. Приготовились. Не подходить. Стань в самый угол. И ты самый угол. И ты самый угол, да. Вот, а вы сейчас будете перетягивать друг друга по команде. Умеете тянуть? А ну попробуйте. А ну 3-4 тяните. Оп, и все, хорошо, Саша кричит, да? Стоп, подождите, молодцы, я увидел. Только не бросать кольцо, держать крепко. 3-4, начали! Как вас зовут? Как? Миша! Миша! Саша, давайте громко. Миша! Саша! Миша! Саша! Миша! 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 Миша!
4, начали! Как их зовут? Игорь, Костя! Игорь, Костя! Ты начали! Тяни! Не бросайте, только не бросайте! Скажи, как нужно тянуть. А ну давай. А ну стойте, стойте, держи. Подожди. Ретивые какие! Так, начали! Давайте, так, тяни. Все, молодцы. Сели все. Умнички. Ну что ж. Алёша, умеет вот играть. У деда еще одна игра есть. К плечу приставить крепко, вмиг польется музыка, заиграет скрипка. А вот это удочка, но приставив кнут ко рту, заиграет дудочка. Посмотрите-ка, друзья, я стреляю из ружья. Кнут использовать для хора, палочка он дирижера. И потом слякать дождь и непогоду, кнут становится зонтом. Но лишь стоит повернуть вновь, кнутом мой станет кнут. Вот такой волшебный кнут у деда, да? Палочка получалась. Да, за две. А ты отсюда. Давай раз. Отойди дальше, в угол туда. В угол отойди. Сейчас мы размотаем немножечко. Таня! Одновременно! Алина, да? Алина. А ну, Алиночка, она сейчас быстро. Алина! Алина! Одновременно. Ну, так, вот так. О, сколько? 10. Так. И второй, кто у нас может отгадать? Кто смелый, ты? 11. Ну, сейчас проверим. Так. Сколько? Сколько? 8. Слушай, чем 8? А ну. И... Сколько? Камешка, сколько там? 2. А? Как ты думаешь? Сколько? Сколько? 7. Все. Ну ладно, молодцы, ребята. Давайте пощупаем. Он еще хочет, да? И... Родители знают, да, маленькой елочки? Подпоют немножечко. И... Маленькой елочке холодно зимой. Дайте, Дед Мороз встанет в кружок. Стойте. Все взяли за ручки друг друга. А у соседа лучше. Теперь опять свои ручки подняли вверх. Мои ручки хороши, а у соседа лучше. Взяли соседа за ручки. Все взяли соседей за ручки. И пошли по кругу. За ручки держимся.
Не спеши, дружок, домой, веселись и громче пой. Это танец самый лучший, потанцуй его со мной. Это танец самый лучший, потанцуй его со мной. Так, а теперь мои щечки. Мои. Взяли за щечки себя, да, вот так. Дотронулись до щечки. О, молодцы. Пошли по кругу. Не спеши, дружок, домой. Переселись и громче пой. Это танец самый лучший. Потанцуй его со мной. Это танец самый лучший. Потанцуй его со мной. А теперь мои ушки. За свои ушки взялись. Мои ушки хороши, а у соседа лучше. Взяли соседа за ушки. Взяли соседа за ушки. Справа и слева соседа за ушки. Да, только осторожненько, не поотрывайте. А теперь пошли по кругу, держимся за ушки. Я не за свои ушки. Зачем? Я за свои. Это танец самый лучший, потанцуй его со мной. Это танец самый лучший, потанцуй его со мной. А теперь носик. Носик, носик, носик. За свой самый лучший, потанцуй его со мной. Это танец самый лучший, потанцуй его со мной. Молодцы, ребята! И последняя елочка. На девочку, смотри, какая тебе. Ой, хорош, как ты, точно как ты. Точно как ты, да? Дарочек, поздравляю и желаю. Тебя поздравляю и желаю. Так, тебе подарочек. Держи, поздравляю. Какие роботы красивые. Поздравляю. Дед Мороз увлекся. Поздравляю. Так. А ну тебе, пожалуйста, вот такого. Вот видите, и вам, наверное, хочется. Не, ну это детям, это только детям. Вот так, так. И тебе такого, держи. О-о. Так. Вот еще есть, а вот есть. И вам, посмотрите. Все видят, да? Поздравляю тебя и желаю тебе всего самого лучшего. С Новым годом вас, ребята. Пожалуйста. Держи, подержи. Пожалуйста. Подержи. О! Ой, еще, 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 еще. Пожалуйста, держи. Смотри, что у него сзади. На здоровье. Смотри, мама! Мама! И тебе. Всем хватило, да? Волчьей маской беда. Пусть открываются все шире просторы неба и земли, чтоб вы в прекрасном этом мире с мечтою встретиться могли. А теперь нам прощаться пора. Ждет повсюду меня детвора. Я волшебную сяду ракету, и на ней облечу всю планету. Ну а вы без меня не скучайте, деда в гости зимой ожидайте. Через год непременно приду. Снова встретимся в новом году. Всех с Новым годом. До свидания, ребята. До свидания всем. Все, Дед Мороз пошел дальше. Это наша. Это меня. Это не он домой.
Я тоже. А у тебя давай, далеко там? Давай, 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 поднимай. Да, я не открывала. Оля, ну поднимай.